В ночь с 18 на 19 января православный праздник Крещения Господня. Однако из-за аномально теплой зимы лед на Волге очень тонкий. В целях безопасности проход к купелям у Свято-Троицкого мужского монастыря будет регулироваться исходя из погодных условий. А в Заволжье купель и вовсе решили не готовить. Кроме того, будет освещена вода в бассейнах, спортивных и общеобразовательных школах, физкультурно-оздоровительных центрах. Их можно посетить с 11 часов вечера 18 января и до 8 часов вечера 19 января, отметили в администрации столицы.